Рассмотрим угольную маску-пленку Елизавека Милки Пики Хелпок Лен Ап Маск. По многочисленным отзывам, эта маска заслужила звание самой болезненной маски в мире. В ее состав входит угольный экстракт, который нормализует выработку себума, и экстракт камелии, который приводит кожу в тонус. Текстура маски плотная и тягучая. Наносить ее нужно равномерным слоем, избегая области вокруг глаз. Не слишком тонко, чтобы затем облегчить ее снятие. После нанесения нужно подождать 20 минут. Как вы можете видеть, маска очень сильно стягивает кожу, плотно прилипая к порам, чтобы произвести максимальное очищающее действие. Прежде чем снимать маску, ее нужно поддеть по краям, затем аккуратно потянуть вверх от подбородка. Так как маска может вызывать болезненные ощущения, наносите ее лучше не на все лицо, а на проблемные участки. После снятия кожа становится заметно чище и исчезают черные точки. Подробнее об этой маске вы можете узнать на нашем сайте, ссылка в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о корейской косметике.